Так, сегодня апрель 2017 года. Достаточно интересная заявочка сегодня по клопам. Искать их не пришлось. Ползают они везде. Еще до обработки мы сразу же видим их даже на потолке. Почему они поползли на потолок? Потому что вчера владелец квартиры обработал обычным баллончиком, купленным в магазине. И сегодня мы видим, что они ползают буквально по всей квартире. Ковер, висящий на стене, отодвигаем его. Такую красоту мы тут наблюдаем. Диванные подушки. Видео всего передать не может, но даже клопов мы видим не просто с краю ковра, а везде ползающих. Даже посередине ковра очень много маленьких, и все они полные крови. Степень заражения очень сильная, то сегодня мы будем обрабатывать генератором холодного тумана. Из препаратов мы сегодня поработаем нидерландским средством. Просто огромное количество личинок. Клопы эти вообще ведут себя как-то неадекватно. Ползают по потолку.